В игре только лучшие из лучших. Около 300 детей из разных районов Дагестана и даже из ближнего зарубежья приняли участие в открытом турнире по дзюдо на призы главы Дербента. Проходил он 3 дня. Победителями стали сразу 9 дзюдоистов из Дагестана. Это первое общекомандное место. На втором сборная Казахстана, и третьими стали азербайджанские спортсмены.